Дисклеймер. Привет. Сразу хочу сказать, что алкашка – это не только Вика, но и ласкательное слово алкоголя. Так что, если ты это знал, смотри в продолжение Far Cry 4. А если ты не знал, то ты врешь. Я только что сказал, и ты теперь это знаешь точно. Так, но если ты забыл, на чем я остановился, я вот здесь на этой хрени остановился, когда я обхожу вот долбанных этих, как его, врагов, и мне нужно не спалиться как-то. Я не знаю, как-то обойти так, чтобы они меня не увидели или что. И как это все сделать, я хрен знает. Так, ну давай прочитаем, может, подсказка. Нужно отложить спуск, нам лучше. Да я читал это, слушай. Так, если я туда наверх залезу, в принципе, мне это ничего не даст, поэтому лезть я туда не буду. Давай аккуратно. Аккуратно, вот так. Аккуратно. Зато я теперь знаю, как полностью по стелсу идти. Так, давай, нож. Есть метательность, сразу три ножа, отлично. Значит, дальше я иду. Давай, тут ушел пулеметчик или нет, я не вижу. Где он примерно? Где-то там должен уже быть. Ладно, пофиг, сейчас пойдем за ним. Сейчас надо аккуратно идти за пулеметчиком, но ничего не делать ему. Так, давай аккуратненько. Давай аккуратнее. Сейчас вот здесь надо будет спуститься дальше. Вот он, видишь, пулеметчик. Надо чуть-чуть ждать, чтобы он прошел дальше. Я сейчас подойду поближе еще. Так, отлично. Сейчас, где он? Вот он. Угу, отлично. Сейчас надо еще по чуть-чуть аккуратно идти, чтобы отключить сначала сигнализацию справа, потом слева, потому что справа находится пистолет. Кстати, я же могу убить этого охранника, чтобы у него потом забрать автомат. Но почему я так делал, но в автомат в первый раз не забрал? Наверное, потому что так нельзя. Сейчас посмотрим, в общем. Давай-ка вот так аккуратненько пройдемся. Сейчас главное, чтобы меня не спалили. Давай аккуратно. Там всего две сигнализации, я знаю, как их отключать. Так, если я убью его и сразу побегу, в принципе, я могу не успеть добежать. Угу. Но попытаться стоит, ладно. Так, давай-ка вот так. Так, отлично, вот так я собрал. Аккуратно все. Так, ну давай, собирай последний патрон. Кстати, я могу убийство снизу делать? Нет, не могу, хотя я его прокачивал вроде этот навык. Подстава, ладно. Сейчас давай сделаем вот так вот аккуратно, смотри. Так, сначала перезарядить, а то затуплю. Так, давай. Давай, отлично. Залез. Теперь мне надо вот так аккуратно за ним идти, сзади. И отключить первую сигнализацию. Так, давай, отключаю. Так, может попробовать его убить и автомат забрать? Давай-ка. Да, быстрее, быстрее, быстрее. Все, отлично. Так, теперь давай быстрее, 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 быстрее. Забегай, бегай, быстрее, быстрее. Беги, 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 быстрее. Захватываю. Так, вот, залезай. Отключай сигнализацию. Теперь лезь сюда. Присядь, все, отлично. Теперь быстренько аптечка, быстренько, быстренько. Быстрее, быстрее, аптечка еще одна. Быстрее, не хватает. Слишком мало аптечек. Да, вот он, отлично. Пистолет, пистолет достань. Отлично, убил. Дальше, автомат. Все, убил, отлично. Сейчас еще одна собака должна подбежать. Надо забрать патроны. Так, я забрал патроны. Отлично, залезай, залезай, быстрее. Потом перезарядишься. Все, собаки тут две. Все, отлично. Так, давай, пистолет, дальше перезаряжай. Ну, тут были также еще и... Так, меня ж не палит снайпер пока. Нет, не палит. Так что я быстренько обойду, потому что первые разы меня палил там снайпер. Так, забраться? Ну, давай заберемся. А, отлично, прям вот сюда можно забраться. Здорово. Значит, вот тут я могу дальше пройти аккуратно, чтобы меня дальше не палили. Так, о, мина, отлично. А, нет, это детонатор дистанционный, ну, тоже неплохо. Так, и да, я ушел уже. Плохо, что ножи эти конченые метательные, они мне вообще не помогают никак. Они, короче, три ножа надо, чтобы убить одного снежного обычного. Не пулеметчика, а обычного, прикинь. Так, а я туда могу забраться? А ну, запрыгни. Нет, не могу, смотри, странно. Ладно, тогда буду как-то еще обходить их. Так, давай-ка аккуратненько. Мин, мин, мин. Кто такой мин? Что я не помню, кто такой мин. Вот, ну собаки меня палят жестко, конечно. Так, тут, так, так, тут, тут, тут. Так, вот они где-то. Мне надо аккуратно. Так, давай-ка вот так залезу на эти вот. Но собаки меня палят, мне это не нравится. Где этот? Ну, тут два пулеметчика, это глупо на них сейчас идти. Хотя, может, кинуть детонатор на одного из пулеметчиков, но это хрень, конечно. Давай-ка вот так я спрыгну аккуратно.
Так, все отлично. Собака, шкуру я не могу снимать, понял. Давай-ка еще аккуратно вот так все спрыгну. Отлично, у меня теперь есть и автомат, и пистолет, но правда патрона вообще нет. Но зато я теперь могу по стелсу дальше уже идти. И самое хреновое, что тут не сохраняется ни хрена во время миссии. То есть, если я сейчас умру, то я придется весь этот путь заново проходить. Хотя, если ты слышишь эти слова, значит, меня не спалили. И я тот кусочек не вырезал, где я... О, контрольная точка, отлично. Так, давай-ка. Фотоаппарат у меня нету. Ай-яй-яй. Какая беда. Значит, давай-ка. Вот, этот идет к нам, смотри. Сейчас... Вот, он идет к нам. Сейчас надо его... А, у меня же нет этого мачете, чтобы я по стелсу его убил. Мне тут надо по-тихому, короче, просто уходить от них, и все. Это очень калимая миссия, мне не нравится. Даже ни одного убийства нельзя сделать. Даже в режиме стелс, потому что мачете нет. Зашибись. Сейчас мне надо просто красться, как мышь. Опа, сигнализация еще одна. Так, а их две. Вон она, одна, и вон вторая справа. Так, ну там я сразу вижу, чувак меня будет палить, вон он стоит, вон там. Значит, надо как-то аккуратненько пройтись. Так, меня тут никто не палит? Нет, тут меня никто не палит. Значит, пока неплохо, но сейчас палит. Чуть не спалили, а там пулеметчик прям возле сигнализации, здорово. Откуда меня там палили, я чуть не понял. Я не вижу. Там я никого не вижу. А, вон они, я вижу, двое стоят. Гандоны. Так, ну и чего, как мне тут обойтись? Тут нет смысла идти. Давай вот так вот по-тихому. Да, что если отключить сначала правую сигнализацию, а потом левую? Так, а нет, обе не получится. И тут еще и собаки палят. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Фу, повезло, но отсюда я сигнализации прострелить не смогу. Угу. Если врубят сигнализацию, я не успею. Так, а если я просто побегу, я успею? Нет, не успею. Так, у меня две гранаты есть. Один коктейль молотова, три ножа. Как бы рассредоточить, так? И у меня есть еще вот этот вот, как его, детонатор. А детонатор где, слышишь? Зашибись, я его потерял или я в этом режиме его не взял? Здорово, я не помню, как включать детонатор. Так, но меня эти могут спалить сейчас, если я пойду. Их трое там прям. Давай, 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 успел, 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 отлично, успел. Давай вот так, хоба. Так, надо как-то тут аккуратно спрыгнуть, чтобы меня не услышали. Давай, аккуратно, аккуратно. Есть, получилось. Так, собаки, собаки, не палите. Фу, не спалили. Собаки какие-то вообще хрень. Они палят только по тому, как увидят, а не по запаху. Опа, я слышу, вроде собаки ко мне побежали. Нет? Так, патроны 32, это на что мне дали вообще? О, бизон, отлично. А, хотя не особо-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пулеметчик. Собаки, что ли, спалили? Походу, собаки по запаху спалили. Так, быстренько залезаю, освобождаю это. Отключаю, дальше. Так, сломать сигнализацию, давай. Просто попади, пожалуйста, да, попал. Так, отлично, все. Меня до сюда не дотянутся, да? Нет, автомат, достань. Я ебал тебя, сука. Надо было автомат доставать. Какого хрена, во-первых? Он не доставал автомата. У меня восстановился полный запас патронов после смерти. Дебилы. Ладно, накосячили тут, вижу. Так, но зато я теперь знаю, как мне... Вышка. А что за вышка? А, я ее уже проходил. Блять, это я с этого момента аж начинаю. Сука. Фу, заколебали. Опа. Ну тут, короче, напоминаю, что... Потому что по-любому я тот момент вырезал. Тут я должен проходить по стелсу, чтоб меня не спалили. Давай, 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 давай. Так, в этот я не буду заходить, потому что нафиг оно мне надо. Так, ножа у меня нету. Поэтому я должен, как мышь, просто красться. Тут по-тихому убийство сделать нельзя, когда ты подходишь ко спине и жмешь F. Зато я теперь знаю, как вот этот сейчас по стелсу пройти. Я уже сейчас проиграл, конечно, потому что этот конченый главный персонаж, которого я ненавижу, из-за которого я нервов столько треплю. Он, сука, вместо того, чтобы... присесть, он начал лечиться. И вместо того, чтобы взять оружие, он продолжал лечиться, как я его ненавижу. Меня вот эти вот очень хорошо так палили только что, но сейчас они что-то меня не видят. Надо... Смотри, они что-то сейчас вообще меня не видят, вообще слепошары. А до этого они меня прям нехило так палили. Так, а сейчас мне надо как-то вот здесь аккуратненько упасть, вот, все. Чтоб меня собаки не спалили, сука. Они меня сейчас спалят. А я могу вот так запрыгнуть? Нет, давай, давай. Давай, 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 успел от собак убежать, успел.
В любом случае. Давай. Так, успел. Дальше. Отключай сигнализацию и дальше. Вон ту. Успел. Успел отключить. Осталось одно устройство сигнализации. Вот, а где по мне палят сейчас? Вот откуда? Сука, я понял. С вышки. Твою мать. Значит, на вышку все-таки надо залезть, чтобы ее там... Вон ту вышку уничтожить. Сука, но меня тогда спалят. Фу, я не могу. Как же они меня бесят. Но я не могу того бесшумно убить, ты понимаешь? Я просто не могу, меня нечем. Метательные ножи, они не убивают с одного броска. На них надо хрен знает сколько, на белых, надо хрен знает сколько ножей. Вроде 3, чтобы убить самого легкого белого. Ты понимаешь, самого легкого белого, 3 ножа, это перебор, у меня всего их 3. Фу. Сейчас мне надо как-то аккуратно пройтись. А я так понимаю, если я этого пристрелю, этот услышит по канату туда спустится и включит сигнализацию. Мне кажется, уже нахрен этот стелс, потому что мачете у меня нет. Видишь, я не могу по-тихому сделать убийство. Все, нахрен, вот так залезаю. Пускай они меня пытаются искать. А я вот так, быстренько, давай, еще на одну. Кстати, мне кажется, это один из маяков, который мне нужно будет захватить, когда я пройду. Когда открою я вторую половину острова нормально. Так, давай-ка, вот так. Все. Так, а тут внутри как-то, я так понимаю... Нет, смотри. А, вот, крюк-кошка, отлично, у меня же она есть. Да, я же ее сделал. Залазь аккуратно. Так, отлично. Фу, это жесть вообще. Как мне туда наверх сейчас забраться? Так, здесь. Здесь есть куда идти? Нет, здесь нет. Жаль, конечно, что крюком кошку нельзя зацеплять врагов, типа, на расстоянии, понял? И потянуть, зацепил, типа, крюком кошкой, потянул, и он упал, разбился. Вот этого жаль, что нет. Так, сейчас давай попробую с ножами, чтобы не поднимать лишние тревоги. Давай, прям в голову. А, в голову, смотри, с ножа убивается нормально. Снайперка, может мне взять? Нет. Кстати, нет, снайперкой. А как второе оружие можно? Так, первое, отлично, пулемет. Второе, снайперка. Давай, патроны собирай. Так, и мне нужно еще одно оружие. Так, лука, у меня нет лука. Так, как снайперку на эту поменять могу? Нет, это одна и то же. Так, ну смотри, уже неплохо довольно-таки по оружиям. А если я скачусь, я скачусь куда? Так, покажите мне. Прям сигнализации, это будет идеально. Так, но мне надо посмотреть, чтобы этот был далеко. Чтобы, как его, титановый был далеко. А я его не вижу отсюда, зашибись. Ну давай попробую схватить трос. Давай, успею. Да, меня спалят, я знаю, но... Так, давай, отключил сигнализацию. Так, дальше, давай. Успел, отлично. Теперь сажусь сюда и теперь пускай вот так и буду отстреливаться по чуть-чуть, аккуратно от них. Смотри, идеально просто. Вот так, отлично, в голову, все. А вот так я теперь нормально справлюсь. Мне надо как-то выбраться отсюда. Это мне придется всех этих перестрелять. Блин, а если титан будет подниматься, его-то я не могу вот так вот легко прострелять. Так, где там эти? Вон он, я вижу. Давай-ка я снайперку возьму. Давай. Вот так, раз. Дальше. Есть тут титаны еще? Нет, титан идет вот, про которого я и говорил. Его я сейчас хрен вынесу. На, вот так вот, все, дальше. Давай, прыгай, короче, вот так. Все, успел, давай, беги. Давай, мне осталось только добраться до этой контрольной точки. Пожалуйста, это же контрольная точка. Я уже хрен знает сколько раз проходил эти моменты. Почему-то тут туман вот этот вот. Или это типа снежная буря? Как-то криво нарисовано, знаешь? Вот, теперь и больше реализма, да. Ой-ой-ой, а мне типа вот так вот настолько медленно надо идти в снежной буре? Наконец! Это чего? Йетти? А нет, смотри, тут DLC объединено с основным сюжетом. Потому что Уиллис это основной сюжет. А Йетти это дополнение. Это я прям знаю, у меня в меню есть отдельный пункт DLC. Оно, кстати, не с основной игрой будет, а отдельным пунктом. Это надо отдельно вроде как заходить, чтобы его открыть. А, нет, все-таки вот. Амида? Это была отсылка типа к DLC, покупайте его. Что, собственно, хозяин аккаунта зачем-то и сделал. Столько денег на какое-то говно вбухивать, я не понимаю. Поздравляю, людей удачливее тебя я не встречала. Спасибо. В смысле удачливый? Я сколько потел? Я тебя здесь целую неделю. Угу.
И нашла вовремя, пока ты еще не замерз. Угу. Где Сабал? Наверное, занят любимым делом. Сидит в темной комнате и молится своим дурацким мертвым богам. Атеистка, я понял. Я сидела с тобой 3 дня, но ты пришел в себя и вроде бы в норме. И? Мне пора идти. Война еще не окончена. Иди. Так, мне надо сейчас оружие с глушителем раздобыть. В одном Сабал был прав. Ты нужен Золотому Пути. Угу. Я рада, что ты с нами. Все-таки, видишь, я основной сюжет прохожу, а DLC это отдельно. Надо будет новую вкладку открывать, которую я не буду. Потому что DLC говно. А, это прахмати... А почему он постоянно со мной? Его типа никогда не забирают, что ли? А, в 2014 году, видишь, типа мать умерла. Как раз в этом году вышла игра, и началось все с того, что он... Это мой дом, кстати. Началось все с того, что он приехал сюда, чтобы развеять прах матери. Во. Ну, тут хотя бы не накосячили с логическим сюжетом. Ну, сколько... Хорошо, выполните задачу. Задание. Я прям столько мало заданий. Неделя моды. Это что, инъектор передоза? Я не буду его открывать. Полевой хирург, если у вас кончились инъекторы, даю, чтобы восстановить 2 ячейки здоровья силами. Сопровождение надо пройти. Выполните одно задание сопровождения. Ладно, тогда... Смотри, а тут сделали по-хитрому. Тут надо будет дополнительного проходить эти задания, чтобы... Слушай, а ведь у меня нет тут магазинчика, чтобы я прокачался. Себе оружия нет. Тогда пойду в рандомный, вот этот, например. Миссию я уже проходить не буду, потому что по моему времени я уже записываю 25 минут. А как будет после монтажа, я фиг знает. Так, мне же обрезать надо еще неудачные попытки. Давай-ка. Так, оружие, это отлично, мне надо главное глушитель. Настроить и купить. Пистолет, который я только что открыл. Вот, вот он шикарный. Так, вот, его, да. Но я могу его прокачать? А, глушитель нельзя, да? А на этом можно, типа, глушитель. На этом, ну, это, естественно, нельзя, этот и надо. Ага, вот этот. Тогда купить его? Да. Да-да-да, 30 тысяч нормально. Так, все. Теперь назад поставь вместо него. Да. Все, и теперь на него я хочу поставить глушитель. Да, купи. 31 тысячи не хватает. Прикинь, одной монетки. Но я могу продать говна, которого я накупил. Смотри просто, сколько их штук. Вообще, на тебе это, хочешь на тебе то. Сколько у меня, 104 тысячи уже хватит. Выше крыши мне это хватает. Все, тогда пистолет я буду вместо... Вот как я идеально сделаю. Смотри, я буду использовать пистолет с глушителем вместо лука, потому что... Так, потом снайперка, пулемет и автомат. Ну все, нормально. Так, продать я уже все продал, что мне не надо. Купить и настроить пистолеты. Пистолеты я уже купил с глушителем. Оружие. Так, тут есть на всякий случай оружие с глушителем. Есть. А, снайперка с глушителем мне бы еще пригодилась. Пистолеты, предметы, боеприпасы. А, вот, снайперки, где они? Вот она. О, глушитель на эту можно. А, у меня она бесплатно открыта, потому что я прошел какую-то там миссию. Отлично. Тогда, где она? Какую я поставил сейчас? Вот это, вот, да, ее поставил. Глушитель купить, да. Кстати, а какие тут модификации, прицелы? Прицелы с большей степенью... Нет, это не надо, нет, спасибо. Так, этот что? Магазин, вот, увеличенный магазин мне пригодится, все. Покрас. А зачем мне покрас? Нет, это баловство просто. Вот, отлично, теперь надо, главное, не забывать, какое я использую оружие. Снайперка, вот это... Так, на ней модификация, потому что пистолеты, который вот этот, но он почему-то... Подожди, я же использую ее, почему я не поставил глушитель? А, у меня не хватало чуть-чуть. Все, его я тоже... Вот, прицел мне нормальный, пригодится, да. И больше магазин тоже пригодится, да. Так, дальше. Ну, а что я не поставил? Ночной прицел? Че... Скотина, что ли? Нельзя максимум модификации. Уберите лишнее. Хорошо, максимум 2 модификации. Я понял. Нет, уберите это. Да уберите это. Как это убрать? Вот, все. Убрать ночной прицел, потому что это говно. И поставить... тут еще ограничения. А где пишут, сколько ограничений? Так, ладно. Оружие я поставил. Дальше автомат. Какой бы мне автомат взять? Я помню, ты говорил брать... Какой ты там писал? Вот этот вот. Но это дробовик. Нахрен мне дробовик нужен. Так, базука мне нужна. Вот...
А какая? Я использую основной РПГ. А нет, я использую автомат РПГ, пистолет с глушителем и снайперку. Вот, идеальное просто. Но этот у меня полностью устраивает. Вообще идеально. Так, но вот этого это... Завершите задание легиона. Нет, потом. Ну все, основное мне все хватает. Калашников может использовать или другой. Чем они отличаются? Урон. Нет, мне надо главное, чтобы урон был побольше. Этот. И этот. Ага, урон такой же, но тут, типа, у этого точность больше. Мобильность, так. Но у него точность стрельбы. Так, я понял, какие еще автоматы тут есть? Этот. Так, этот явно... А, вот. Так, этот по сравнению с... Так, я понял, этот МС-16 это тоже же автомат считается. Так, точность и урон. Да, у него побольше прямо. Или это дробовик. Ну, вроде этот... Вроде вот этот нормальный. Так, если с калашом сравнивать. Да, этот получше, чем калаш вместо автомата, да. Все. И теперь изменить я ему еще могу глушитель установить, да. И дополнительный магазин. Так, да. Прицел тут можно поставить? А, мне не хватает денег, да? Ну ладно, не особо-то надо. Так, выходим. Сейчас про... Не бойся, помогите! Не то будет поздно! С чего ты орешь? Так, это ж автомат. Это ружье какое-то? А, ну, в принципе, как... Оно, кстати, получше, чем автомат будет, потому что оно стреляет от клика, понимаешь? Так, и давай сразу тогда я прокачаюсь, пока время есть все равно. Так, бумажник. Да, нет, бумажник мне не особо надо, патроны, вот. Хотя тут одно и то же животное. Нахура? Где тут нахура? Так, нахура? Так, нахура. Плевать, неважно. Выпендривается он, сидит, нахур, вот. Так, вот отсюда тогда давай. Поедем. И сейчас надо собрать на него шкурки. Так, снайперка не надо. Патронов, конечно, не хватает жестко, но ничего страшного. Пистолет с глушителем. Так, сейчас проверим, шум какой. А, я не могу использовать, пока я здесь в деревне. Хорошо. Так, ну туда я могу на комбинезоне досидеть. Уже прекрасно, потому что у меня есть комбинезон. Так, мне надо достать оружие, но я пока не могу, потому что я типа в безопасной зоне. Так, давай, может через дорогу теперь? Да, вот. О, отлично, смотри. А вот пистолет не мешало бы поставить. Ну, мне лучше больше патронов, чем запасы этого. Вот, все. Чем ночной прицел. Ночной прицел, что вообще за дебилизм? Нахрен он мне нужен? Тут что, так дофига ночных миссий, что ли? Всего одна была пока. За 22 выпуска уже. Так, и чего? А я не вижу пока тут нахуров. Так, о, сейчас первый раз наконец-то он приземлился, не разбившись. И где нахур? Я не понял. Сейчас опять его надо бегать, вот это вот искать по всем фронтам. Так, где они пока? Я не нахожу. Я ж правильно примерно метку поставил? Нахур. Вот он, если что, он вот так вот будет. Да, он где-то пониже должен быть. Так, а они агрессивные нахуры вообще? Или это травоядные? Но там я слышу, кто-то кричит. Может, это нахуры напали? А, это орел напал, тё. Орел мне не нужен. Тем более, он вообще тут, походу, не нужен. Он чисто сделан, чтобы на меня нападал, и он ХП не вовремя сносил, скотина. Давай спустимся еще немного, я не знаю. Ты... Ну, я не вижу этих нахуров. Может, ты видишь? Так. Вот, а это нахур? Я не знаю. Так, убил. Этот. Да, это, походу, нахур, да? Это они так выглядят? Снять шкуру, а ну. Это они вообще, нет? Или это оленина какая-то? Это что? Замбара. Ну, замбара мне вроде тоже нужен был. Я слышу, на меня кто-то бежит. Нет, это, походу, медоед. Что ты охаешь? А, да, медоед. Видишь, как я угадал. Убил, отлично. Дальше. Блин, ну это мне нравится ружье. Оно прям шикарное. Оно не будет лишние патроны тратить. Прям идеально. Все. Я собрал свою идеальную комплекцию оружия. Так, это олень, мне кажется, да? Не, короче, оно у меня есть модификация у изготовления из того, что я собрал? Нет. Топир надо 4 для инъекторов. Хорошо, но мне надо рюкзак. А, это ж свинья. Нет, мне надо не рюкзак все-таки. Так, сумка с патронами. Где мне их находить? Я вообще не нахожу их что-то пока. Ой, не, куда гранатомет ты выбрал? Мне надо шкуру еще собирать, а не размазанное пятно. Да я слышу, орел, слышишь? Я не нахожу этого. Где топиры эти долбаные? Может, вон, фу, не топиры эти.
Нахур. Может, это Нахур? Нет, он слишком близко побежал. Быстро. Это забуры эти, или как там их? А чё? Вот, это они, зомбар. Они слишком близко. Может, так, если... Может, куда-то в эту сторону, типа, идти? Где оно? В ту... Нет. Я был со всех этих сторон. Я не нахожу этих нахуров. Что за прикол вообще? Тогда сейчас завершать не будем. У меня уже 33 минуты. Я думаю, этого достаточно. Там, если обрезать неудачные попытки, оно как раз и выйдет. Но нахура я, походу, не собрал все-таки. Может, случайно где-то смогу найти. Хотя вот здесь специально бегу еще по кругу на всякий случай. Так, здесь я не нахожу. Здесь тоже не видно. Кто это гонит? Это враги? Нет, наши что-то тупят. Так, здесь нет. Ну, здесь, походу, нигде нет. Тогда на этом все. Напиши любой комментарий, подпишись на канал, поставь лайк и...